Шампиньоны, фаршированные шпинатом, прекрасный вариант легкого и одновременно сытного обеда или ужина. Итак, рассказываю, как приготовить фаршированные шампиньоны. Грибочки начиняют фаршем и сыром, овощами и зеленью, беконом и шпинатом. Встречаются совсем необычные рецепты фаршированных шампиньонов, например, грибы, фаршированные яблоками и фаршем. Я предлагаю более привычное сочетание – грибы, шпинат и лук. Пробуйте. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. 1. У грибов отделите ножки от шляпок. 2. Грибные ножки, шпинат, лук и чеснок мелко нарежьте, обжарьте все на сковороде раскаленной сковороде до золотистого цвета, затем протушите на среднем огне 5 минут. 3. Начините овощной смесью шляпки грибов, сверху посыпьте тертым сыром и панировочными сухарями. 4. Запекайте шампиньоны при температуре 180 градусов 25 минут. Приятного аппетита! Подписавшимся, больше вкусностей. Подписавшимся, больше вкусностей. А теперь ингредиенты. Грибы, 6 штук. Шпинат, 1,5 стакана. Лук, 1 штука. Чеснок, 1-2 зубчиков. Панировочные сухари, 1/4 стакана. Сыр твердый, 2 столовые ложки. Оливковое масло, 2-3 столовые ложек. Соль, перец, по вкусу. Количество порций, 8. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Еще увидимся!